Всем привет! На связи Ким Роман, и сегодня я снова делюсь с вами своими мыслями. Проснувшись сегодня утром, моя супруга задала мне вопрос: «Дорогой, ты со мной счастлив?» И я задумался, буквально на 2 секунды задумался о том, счастлив ли я. Я понял, что да, я абсолютно счастлив. Я обнял свою жену и сказал: «Спасибо тебе, родная. Спасибо тебе, дорогая, за то, что я счастлив. Я на самом деле являюсь абсолютно счастливым человеком, потому что для меня счастьем является находиться 24 часа в сутки рядом со своей любимой женой, в окружении своих детей, родных и близких. Слава Богу, все живы-здоровы, слава Богу, у меня есть возможность навещать тогда, когда мне хочется, практически всех своих родных, не говоря о тех, которые находятся в дальнем зарубежье. В принципе, я имею на сегодняшний день возможность их посещать, но в силу того, что есть свои какие-то определенные моменты, мне приходится находиться в своей стране, на своей родине, в Узбекистане, в Ташкенте, и я абсолютно этому счастлив. Я безмерно благодарен Господу Богу за то, что у меня есть. Для меня счастьем является находиться рядом со своими родными и близкими. А что является счастьем для вас, дорогие друзья? Если не сложно, отметьтесь в комментариях, напишите, что является счастьем для вас. Оставайтесь со мной на связи. Пока-пока.